Доказательства собраны и вместе с делом переданы в суд. Гонщикам на Гелендвагене грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уже завершено. Участников гонки мажоров Авдувахоба Маджидова, Руслана Шамсуара и Виктора Ускова обвиняют сразу по 2 статьям. Это угроза и оскорбление представителей власти. Кроме того, во время расследования установили еще одного участника заезда, 4-го по счету, 20-летний житель столицы. Его объявили в розыск. Напомню, золотая молодежь устроила гонки с полицией в конце мая. И вот чем примечательна эта погоня? В том, что у ней участвовал сын топ-менеджера «Лукойла» Руслан Шамсуаров. Автомобиль пытались остановить 6 экипажей полиции, но «Гелендваген» останавливаться даже не собирался. Пресекал двойную сплошную, выезжал на тротуары. Благо, это было все в 6 утра, и никто не пострадал, потому что дороги были пустые. Ну, все это ребята еще и снимали на видео и вели прямую трансляцию в Перископ.